Железные турники и качели советской постройки – типичная картина ульяновских многоэтажек. Отпускать своих детей играть на подобных старых железяках родители опасаются. Не мудрено получить травму. Поэтому ульяновцы все чаще берут судьбу своего дома в свои руки, не дожидаясь помощи муниципалов. Вот и жители дома номер 44 по улице Пушкарева общими усилиями установили во дворе современную детскую площадку. Ранее здесь был пустырь, песок, мусор, как говорится, старый советский металл, детская площадка. Сейчас стало очень благоприятно. Поставили детскую площадку, улучшилось. Детей стало много, с разных дворов приходят. Дом девятиэтажный, многоподъездный, живет большое количество семей с детьми. Оттого и хотелось как можно скорее привести территорию в порядок. В прошлом году жители участвовали в региональном проекте поддержки местных инициатив. Что в итоге сделать во дворе? Голосовали всем домом. Выбор стоял между детской, универсальной спортивной площадками или же футбольным покрытием. По итогу выбрали детскую, чтобы как можно больше ребятни смогли играть и отдыхать. Детям теперь есть где играть. Они теперь с удовольствием сами выбегают, и здесь мы с спокойной душой можем их отпустить, знаем, что они всегда все под присмотром. Спасибо большое. Но и остальные идеи местные хотят воплотить в жизнь. В этом году внимание внутридворовой разбитой дороге. У нас будет придомовая дорога строить, делаться. Когда она разбитая дорога, ее будут асфальтировать. Будет тротуар и дорога будет. Естественно, забор загородим, чтобы собаками не заходили на детскую площадку. Все-таки здоровье для детей – это самое главное. А в планах рядом с детской площадкой установить спортивную с мягким покрытием. Дети особенно ждут теннисный стол и футбольные ворота, чтобы летом можно было играть всем двором. Анна Тищенко, Александр Кудряшов, Олправда ТВ.